Целью проекта «От сердца к сердцу» является поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья и развития гражданского общества. К мероприятию были привлечены волонтеры молодежной организации «Демос». Инициатором мастер-класса стали участники конкурса «Лидеры России» Кирилл и Стефан. Реализуемый ими социальный проект «От сердца к сердцу» поддержан районной администрацией. Наш проект «От сердца к сердцу». Почему он так называется? Потому что мы от чистого сердца хотим поддержать вас и помочь раскрыть ваши творческие способности. Ведь все мы талантливы, но каждый талантлив по-своему. Главное – найти свой собственный путь. Во время мастер-класса от Анатолия Попова ребята из специальной коррекционной образовательной школы «Гармония» смогли не только познакомиться и посмотреть за работой художника, но и сами приняли участие в создании своих детских рисунков. По мнению организаторов, у них получились прекрасные работы, пронизанные добротой и любовью. Я когда-то написал такие стихи. Я посмотрю, как ветер разгоняет тучи, как небо в синем отражается лесу, подмечу у создателя все лучшее и на свои холсты перенесу. Участники конкурса «Лидеры России» считают, что такие мероприятия крайне полезны и дают дополнительный стимул к развитию. Предполагается, что лучшие из рисунков будут выставлены в Московской областной думе.